Что это? Охранная грамота. С тех пор, как риданцы заняли дельту Понтера, без нее на новиградские земли вряд ли попадешь. Благодарю! Что? Льется. Я тебе что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Тут еще. Где? Давай, плотва! Не торопись! Пошла! Thank you.
сдохни! Гнездо гулей, надо его уничтожить.
Пошла. Но! Не торопись! Выходи! Сойдемся в поединке! Ты сначала с собственными сапогами сойдись, недомерок. Выходи, говорю! Я Ронвик из Малого Луга, связанный с священным обетом. Сочувствую. Что ради прекраснейшей девы Ягодки 100 рыцарских поединков проведу. Обнажи свой меч как можно скорее, ибо я спешу! У меня еще 99 боев останется. Твоим услугам. Согласен, решим все по-быстрому. Это ты зря. Довольно. Ну что, хватит с тебя? Да, в этот раз. Тебе повезло. Но когда мы сойдемся снова? Если еще раз поднимешь на меня руку, убью. Ты так уверен? Да. Мы еще посмотрим. Ну, сколько мне еще ждать? Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Сами с ведьмаком связались. Ну что, неплохая работа моему Любушке подвернулась. Оно, конечно, не худшее. Вчера вот целое ведро очистило. Хлопоты еще? Ой, слуга, не сами. Нельзя вам терять надежду. Башка-то как крутит. Хочешь посмотреть наш маленький склад? Покажи мне свои товары.
будь здоров. Узнаете меня? Ты конюший, я тебя вытащил из огня. Я вам этого не забуду. Вот вам благодарность. Можно тебя на минуточку? Кажется, не имел чести. Меня сержантом называют. Понимаешь, прозвище такое. Еще с армии. С тех пор, как я служил с Филиппом, с бароном, значит, под знаменем Тимерии, у меня тут вопрос появился. В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет. Просто сидит там. Вот ты где. Видишь, мальвы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Анна вычитала о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Часами за ними ухаживала. Какая она тогда была счастлива. А вон те, смотри, такие лохматые. В зарекании их называют райские бутоны. А Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Деи. Но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. Есть новости? Твоя дочь в Оксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Нет, но разговаривал с человеком, который помог ей бежать и теперь заботится о ней. Тамара жива и здорова. Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе. Я не верю словам деревенщины или кто ей там помогает. Я хочу быть уверен, что с ней все в порядке. Езжай к ней, погляди своими глазами, как там у нее. Никому другому я не поверю. Я свое дело сделал. Посылай туда своих подручных. Их у тебя предостаточно. То есть ты отказываешься? Отказываюсь. Сука! Если вдруг случайно будешь в тех краях, вот. Просто убедись, что с ней все в порядке. Что это? Охранная грамота. С тех пор, как риданцы заняли дельту Понтера, без нее на новиградские земли вряд ли попадешь. Так, хорошо. А что с Анной? Узнал что-нибудь? Пока ничего, но я нашел ее след. Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири, как договаривались? Ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Там король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири! Поди сюда! Тебя причитается порядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо.
Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? То тут, то там. И не диво, если ты одна по дорогам таскаешься. Теперь уже не одна. Теперь она в нашей компании. Ну вот именно. Ты в нашей компании. Пили мы вместе. Вепря вместе загнали. А так и не знаем, откуда ты взялась. Женщина, а одета по-мужски, с мечом на спине. Кто ты на самом деле? Наемница? Ведьмачка. Хотя и не до конца. Я не прошла мутации. Ведьмачка? Значит, ты не только мечом махать умеешь, но и в эликсирах разбираешься и все такое? Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись, Игрин. Никому твои крестцы не интересны. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что ж тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? Ха-ха-ха, давай! На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. А, хреново дело. Что случилось? Страх пробрал? Не. Так в чем дело? Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном – большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. Я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. Летает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. Погоним! Давай, Цири, удиви нас! Давай! Покажи ей! Вихрь, а не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю. Что? Есть шанс отыграться. Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову. Лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось... Должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого... Ага, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Прощай.
Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары. Бывай. Придержи. Но пошло. Пойдите вы все к черту. Себе под нос бормочешь. Барон как накатит, так злой делается. Yeah.
Сударь, у нас кругом кошмары. Домовые самовины. Неплохая работа моему Любушке подвернула. А ну, конечно, не хуже. У вас в руках такое ремесло, что нынче голодать. С удовольствием, но лучше в зале. Нельзя. Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Откуда взялся-то этот ведьмак? О чем я знаю? Хочешь сам? Что это может быть? Вот это я люблю! С нами, боги! Yeah!
Плотва не так быстро. Погоди, плотва. Молока не дает, а тут новый ребенок на подходе. Спасите. Госпожа, коровенка, значит, с гумна уже не встает. Из ноздрей гной так и льется. Я тебе что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась. Остальные с голоду околели. Или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав. В полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычисти хлев. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. 100 крат спасибо. А теперь довольно. Хватит на сегодня, идите по домам. Госпожа сегодня не милостивая. Лучше б завтра зайти. Не судачьте про нее. Она же наказать может. Есть кто дома? Обычная мазь, ничего особенного. И куда она делась? Она собрала неплохую библиотеку. У него сильная аура. Это артефакт или... Так вот, куда она исчезла. Так-так, а здесь мило. Мне было любопытно, как быстро ты разберешься, Герн. Я наверху. Не стесняйся. Привет, ведьмак. Тут еще. Где? Ты поглазить сюда пришел? Нет, поговорить. Ха. Отвернись и подожди. Мец в самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя, сейчас я ненавижу ее во 100 крат сильнее. Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это советница короля Фольтеста. Какая прелесть! Ты сохранил эту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Какая-то обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Я встретила тебя с приятной улыбкой.
А теперь скажи, что тебя сюда привело? Я ищу одну девушку. Какую? Я ищу Цири. Ту самую Цири. И нельзя, чтобы кто-нибудь об этом узнал, понимаешь? Цирилла здесь? Девушка, которая в свое время искали ложе чародеек, и практически каждый король на континенте оказалась в Велине? А я ничего об этом не знаю? Что она тут делает? Судя по всему, скрывается. Говорят, она поссорилась с какой-то ведьмой, но если ты ничего не знаешь, ты точно ее не видела? Нет. Но некоторое время назад меня расспрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, которая не похожа на крестьянку. И кто расспрашивал? Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? Я всю жизнь буду тебе благодарен. Это немало. Но поскольку ты постоянно втравливаешь меня в неприятности, думаю, мне следует потребовать аванс. Ох, ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цири. Расспрашивал о ней эльф. Не заеденный блохами Скаятаэль, а эльфский чародей. Как он назвался? Никак. И он был в маске, весь такой таинственный, но... Он мне понравился, умный, с хорошими манерами. Он сказал, что ему нужно от Цири? Только что они должны были встретиться в Велине. Он хотел знать, не появилась ли она раньше него. Он оставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать? Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле Подлесья. Я схожу туда с тобой. Зачем? Думаешь, я сам не дойду? У меня тоже есть дело к этому эльфу. Он пообещал мне кое-что, но так и не отдал. Кроме того, я, как и ты, надеюсь, что она там. А я тоже хотела бы увидеться с Цирилой. Я не могу выйти прямо сейчас. В таком случае давай встретимся на месте. Я буду ждать у входа в пещеры, к северу от Подлесья. Но!
кого-то от эльфов. Ворожей говорил этот кровопивец эльф. Погубайте, Габриэль! Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Покажи товары. Будь здоров. Не смотри на меня так. Хозяйки, что в чаще правят, давно бы мы все поняли. Thank you.
братцы паршивые. Ногами их бить нещадно, ноги и жопу повыдергивать. Помоги старой слабой женщине. Что случилось? Ночью безбожники часовенку верны милосердной разорили. Чтоб им пусто было. Починить надо б на часовенку, иначе верно обидится. Коровы падут, у ребятишек бородавки вылезут, собаки запаршивеют. Парша и бородавки? Звучит серьезно. Я тебе помогу. Готово. Добрые боги мне тебя послали. Есть теперь кому у нас часовенки чинить? У меня уже есть ремесло. Я ведьмак, а не реставратор древней деревянной архитектуры. Ведьмачье дело со злом бороться. А хулиганы эти окаянные, они похуже чудовищ будут. Я тебе помог, как ты просила. Остальным пусть кто-нибудь еще занимается. Наташка побледнела от голода. Идем? Хоть взгляну, наконец, на этого таинственного эльфа. Интересно, как вы двое поладите. Я его не в кумовья приглашаю, я только спрошу его о Цири. Давай же! Гвеллаглан! Дикая охота. Что? Призрачные всадники? Это значит, я думала, их не существует. Но полюбуйся на несуществующее. С ними навигатор. Что? Ты можешь телепортировать нас на ту сторону? Лучше я телепортирую нас домой. Ты правда собрался идти за ними? Открывай телепорт быстрее! Не уверена, что мне все это нравится. Готов. За мной.
сейчас Кейра. Что это может быть?
Кейра! Кейра! Серебро. Геральт, сделай что-нибудь, а не выползает из этих нор! Используй знак или бомбу, ну что-нибудь! Успокойся, это же просто крысы! Ненавижу, фу, крысы! А-а-а! Геральт! Убери! Фу, жриянь какая! Разносят болезней. Убери их! О! Ну? Убей их, умоляю! Ты знаешь, сколько они разносят болезней? Сдохни! Ну?
мерзость! Убей их! Убей их, умоляю! Убей их, умоляю! Убери их! О! Фу, дрянь какая! Ты знаешь, сколько они разносят болезней? Мерзость! О, дрянь какая! Мерзость! Покончим с этим! Ты знаешь, сколько они разносят болезней? Ты знаешь, сколько они разносят болезней? Мерзость! Убери их! О! Фу, дрянь какая! Убери их! Боишься крыс? Ты же можешь уничтожить их одним заклинанием. Ладно, я лучше помолчу. Так что с тобой случилось? Что-то мешает телепортации. Не представляю, как они попали на ту сторону. Всадники телепортируются по-другому. Для этого у них есть специально обученные чародеи, навигаторы. Да пусть у них будет хоть три рулевых и попугай. Я рисковать больше не стану. Идем, охота нас опережает, но мы еще можем их догнать. Ты что, совсем рехнулся? Нужно уходить немедленно! Ты должен понять, зачем здесь дикая охота. Мы собирались навести эльфского чародея, а не драться с дикой охотой. Если они доберутся до него первыми, у нас уже не будет шанса с ним поговорить, кроме того. Ладно, делай, как знаешь.
Постой, постой. А что ты так привязался к охоте? Может, дело в Цири? Ты ведь не все мне рассказал, так? Идем со мной, и я расскажу. Может быть. Ты всегда такой? Я начинаю сочувствовать Трис и Йен. Ну да ладно, пошли. Велоатлан! Лорана Люнет. Файлер Тэй, Лорана Люнет. Это он! Это эльф! Арвех Твагладев. Что это было? Иллюзия? Нет. Морфопроекция. Сообщение определенно предназначалось Цири. Дочь Чайки, наследница Лары Доран. Да, эльфы так называют Цири. А что насчет знака меча? Это какая-то загадка? Да, но простенькая. Меч Цири носит имя Зираэль, ласточка. Простенькая? Кто, кроме тебя, может это знать? Может, этого эльфский чародей добивался? Он спрятал проход так, чтобы найти его смогла только Цири. Твоего появления он явно не предвидел. Так или иначе, думаю, он ждал непрошенных гостей и как-то подготовился. Будем надеяться, дикую охоту ждет пара неприятных сюрпризов. Ну хорошо, идем. Думаешь, надо просто искать ласточек? Увидим. Так что, ты идешь? Похоже, это древняя эльфская пристань. Должно быть, так они добирались сюда по воде. Интересно, когда это было? Охрана заживает быстро. Пойдем.